Здорово, Пашка. Так рано. А вот такой поезд у нас ранний. Еще поезда нет. Ты же обычно под закрытие дверей. Пашка, а что такое, Пашка? Забери его. Дашь нам. Карман забери, из кармана достал. А с вас тоже заверик взяли? Нет. А что, вы платили? Да. А, ты типа на покер-фейсе, да? А подходит, говорит, я с нормальным пацаном не беру. А, иди же. Из шостких. Вот тут гипермаркет. А шостинский шо, как маршрут на Семеновку будет? Ну да. Я тогда на рыбалку. Free yourself, free me, dance. Free yourself, free them, dance. Yourself, help to free me, free us, free yourself, help to free me, free us. Там же какая-то есть бревно какое-то. Ай-яй-яй-яй. Ой, крапивка ножи обжаливал. Оксана, уж сзади. Я уже не боюсь. Гадюка.
потому что они не доедут. Они у тебя уже разлагаются. Раскрываешь оттуда, чем брови прыгают. Лицехват. Что ты не снимаешь? Снимаю. То есть это ты сейчас снимаешь, как ты приделываешь МТБшник. Да. Накатом причем. Вулкан. Тунгусский. Ух ты, класс. Камнепад. Яна Сушинская ГЭС. Очко мое. На лыжах где-то в стиле надувается. И такой шлёп-шлёп по этой. И смотришь, как пыль это между пальцами. Взрывается такая. Ну да. Какой тут лес серьезный. Нет. Это уже, я так понял, почти на месте, да? Мы кругами ездим. Кругами ездим. А, это там где-то мы останавливались. Нет, это лес. Нет. Тебя снимаю. 2К. Ты нарежешь? Конечно. За сколько? За бананы? За бесплатно. А мы тусуемся. Тут можно трейлы поделать. А Вова был тут? Да. Мы с Федором, кстати, ездили. Была у него такая мысль поделать трейлы? Да нет, что-то не слышал. Ты снимаешь? Угу. Так станет сама с Велом туда. Шостка. Шостка. Мы на велосипедах. Недалеко. Так вы уже на коробчи из Новгорода едете? Да, конечно. На королевец поедем. Мы на королевец. Без провожатого? Сами. Там нитки, там в принципе уже нитки. Да, нитками нормально. А летучие мыши были? Не было. Три раз мышей, когда ним не было. Там сейчас дальше нормально, что-то тут только узкое. Скажи, не, на работе именно тургийских людей попадают. Давай, езжу. Только надо, чтобы ты меня пропустил как-то. Капец. Встоивайся, Вова. Да, я тут, может, надо не хуй, а тут Костя. Похолодало сразу. Да, тут было теплее. Слышь, мы сейчас до конца дойдем, я дорогу до конца помню. О! Сейчас налево. Да не беги, не беги. Сейчас проверим, у кого клаустрофобия. А я бы уже назад и шел отвечать. Ты что, знаешь, какие первые шутки сюда? Сталкер. Так, а куда нам туда? Зов Припяти. Ой, нормально? Я пока протискиваюсь. Сюда. Куда? Подожди, подожди. Сюда, говорит. Провода какие-то на полу. Ну, чтоб типа не потерялись. И даже еще ступенька, да? Да. А, ступенька, Вова. Ступенька? Да, там тут же прошу, наверное, смотри. Это шо, келья, да? Но я ж тебе говорю, тут типа жизнь, знаешь.
Не, ну конечно, я же тоже думаю, они схемы какие-то. Чуваки, эпично тут. Задний ход. Я туда не полезу там точно. Там келя для особо верующих. Нет, не пускай пройдет. Иду, Женька, я просто пропущу. Нет, я там же не пойду, я туда там не полезу. Иди, во, проходи, я туда не полезу. Полезу туда, глянь. Да ну. Да чё? Да ты что, туда залезь, да ну. Делать, Женька, нам назад выходить? Нет, нам дальше. Дальше, а ну было на ваше. А, давай, так тут можно прыгай, идти, да? Да. Так да, они же не пройдут. Все. Не, ну тихо, 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 тихо. Ой. Да хорошо там, Жека, ты был там? Где? Внизу. Да нет, не было, я шарю. А, да ты пошли. Сам, ты сам очканул туда. Ай! Фух, хорошо. Большие, да? Прикольно. Ты сталкер, реально. И живые, да? Ну с Федором я, короче, залезу, а там поворот, короче, орел, блядь, ну это надо. Углиня, углиня, рюкзак. Надо лезть вообще всю дорогу, или там... Нет, там всю дорогу. Нет, ну я туда не полезу. Ну там залазишь, там поворот, я говорю, я залезу на поворот, я помню. Не, ну давай, кто-то будет тут, а кто-то полезет, чтобы если что, вызвать кого-то. Нет, там же не то опасно, что ты назад, короче, никак не вылез, сразу что-то заложился. Прикольно. Вообще охрененная. Неплохая была, да? Жека, ты там одна. Конкурсы интересны. Там еще какие-то. Вау. Круто. Тут все в одном. Карпаты, Крым, все перемешалось. Реально, озеро похоже на Карпаты. Шикарно. Вообще место очень напоминает. Нахуй тебе Карпаты, блядь. Фоточка. Плечик. Надо вертикально. Кися, кушай, хлебушек. Ешь ты сами свой стоишь, хлебушек, ешь. Дай это мне колбасы. Я думаю, так и будет до Майоровки. Плюс-минус. Мне кажется, вряд ли. Это было да, 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 какой-то посажен специально. Сейчас направо?
Сюда, направо. Что, сюда? Нет, ой, налево. Налево. Я же думаю, что там назад, что ли? Там непонятно. Остановка или здесь, значит, не знаю, там ты еще по карте, вот налево поворачиваешь и, прямо, и, да? И там, ну там воно повернуло, в общем, по улице и прямо до железной дороги. А, все, кстати, туда, значит, мы... А, ну все, ясно, спасибо.